Доброго времени суток всем. Рада вас всех приветствовать на своем канале. Давайте мы такой посмотрим. Ну, это развлекательный такой момент. Ну, может, там карты расскажут, в чем причина на самом деле вот этого международного сбоя. В интернете с этих программ все, когда все просто упало, да, и на предприятиях, и на в аэропортах, и больницах, вообще это было что-то нечто. Заодно это показывает, что может случиться, если вдруг, ну вот, искусственный интернет скажет: а фиг вам, я работать с вами не буду, да, коллапс. А еще очень важный момент, ребята, держите деньги еще и наличными. А то вот такой сбой, а вы расплатиться в магазине ничем не сможете. Хорошо, что вовремя ввели нам санкции, и мы перешли на свою систему. Но, все равно нужно все иметь в виду. Итак. Сбой вот этот компьютерный. О чем это? О том это, что, в общем-то, это были определенные попытки на что-то повлиять. Мягко, вроде бы, с одной стороны, но не ожидали, видимо, что будет серьезный результат. Это такой вот, знаете, а мы вот мы можем вот так, и вы тогда вот это получите. Значит, сделайте нам то, что нужно нам. То есть здесь идет определенный момент манипулирования. То есть тут не все так просто, что вот там чего-то кто-то стал перезагружать, и что-то там где-то не сработало. Все сработало так, видимо, как кому-то нужно было. Ну, давайте посмотрим более расширенно на этот вопрос. Это была определенная демонстрация для всего мира, ну, по карте вот, пожалуйста, мир. Что, ну, интернет хорошо, компьютеры хорошо, все это, конечно, очень хорошо, удобно, привыкли, но нужно иметь свою определенную голову на плечах, чтобы не попадать в такие ситуации. То есть очень многое придется сейчас пересматривать тем же самым айтишникам, для того, чтобы постепенно выйти именно на тот уровень, когда реально можно что-то контролировать, а то... Ну вот вам туча привет передает. А то, причем очень срочно. То есть вполне возможно, что могут, но ожидаются вообще серьезные сбои компьютерные в перспективе. Поэтому сейчас будет очень много чего пересматривать. Ну, к чему это приведет в дальнейшем. А это приведет к тому, что очень многие договоренности, которые были раньше удобны и выгодны, очень четко продуманы, они получат удар. То есть будет полное в этом разочарование. Вполне возможно, что это касаемо конкретно определенных компаний, что там Windows и еще какая-то, да, там Strike какая-то компания. Вот. Для них это удар. Ну и предупреждение всем остальным. То есть возможно, что есть определенные какие-то, может быть, организации или еще кто-то, кто вот показывает, что они могут через интернет, через компьютеры многим управлять в мире. И тогда получится, что вот это вот серое кардиналы,
они окажутся не у дел. Будут какие-нибудь молодые пацаны, сопливые, условно, конечно, которые реально могут подмять под себя весь мир. Уже было так, что, помните, была ситуация, когда взламывали, а потом требовали большие суммы денег для того, чтобы вернуть там компаниям какую-то информацию. Вот это продолжение, скорее всего. Пока будет ситуация стабильно оставаться, то есть выйдут, все выровняют, все исправят, и какое-то время это будет стабильно. Но удар по этим компаниям очень серьезный. И мы с вами, в принципе, это видим, кто меняет периодически компьютер, видит, что на более, допустим, старых не тянет компьютер, да, а постоянно нужно это обновление. Хорошо, если знают, где взять это обновление бесплатно, а так это платить приходится, и все в таком роде. И компьютеры сами нужно постоянно менять, то есть это всегда бизнес большой, и плюс защита, это тоже бизнес. Чем же это все закончится? Закончится для тех, кто реально имеет деньги, имеет, ну, скорее всего, вот эти компании бизнес имеют, они как бы думают, что управляют всем, они сейчас начнут очень серьезно терять деньги. Вполне возможно, что это будет видно по бирже. Кто-то воспользуется, и кто-то воспользуется этой ситуацией, скорее всего, кто-то новый выйдет на рынок вот этих обеспечений программных. Тот, кто сейчас будет дальше расшатывать ситуацию, то есть делать ее нестабильной, а нужно будет стабильность, и этим будет обладать еще одна какая-то компания. То есть, скорее всего, кто-то выйдет новенький на рынок, и мы это увидим в недалеком будущем. Так что вот эта вот ситуация, эта ситуация была продумана, спрогнозирована и реализована. И, по-моему, большая часть мира, которая с компьютерами работает, оказалась в шоке. Стало все, да? Поэтому, дорогие мои, имейте это в виду. Как-то есть фильм «Кобра», по-моему, называется. Так, по-моему. Когда там у мужика был спичный коробок, но существовала кнопка, которая выключала свет на всем, ну, на всем земном шаре. И он эту кнопку нашел. Выключил свет, стало везде темно. Вот. Но у него был коробок спичек. Вот мой совет. Имейте всегда у себя в кармане коробок спичек. На всякий пожарный случай. Желаю вам всем всего хорошего. Мирного неба над головой. До новых встреч.